Добрый день, веселая минутка. С вами Дмитрий Гусев, сайт помидом.ру. Я выращиваю свои семена и продаю их. Сейчас скидка у нас на сайте идет в 30%. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. Скидка скоро закончится, да и семян не так уж и много. А у нас чисто крестьянская работа. Убираем наши злаки, пшеница. Пшеницы будут, наверное, с осени в продаже у нас. Вот сейчас я начал персидскую пшеницу убирать. Такие вот у нее черные колосья, очень интересные. Все эти сорта пшеницы, которые сейчас растут у меня, они уже не возделываются, ну, промышленно. Это все сорта такие древние. А вот это вот, например... Ай, иди сюда... Пшеница грузинская. У нее очень интересный колос вот такой вот. Загнутый, короткий и широкий. Видите какой? Грузинская. Раньше в Грузии ее возделывали. Так, мягкая. Считается безостой пшеницей. Одна из самых красивых. Смотрите какая. У нее такой растопыренный такой колос во все стороны. Очень интересно. Что у нас еще? Древняя... Ой, ветер, ты могуч. Древняя биотийская называется. Древнейшая. Древнейшая, один из самых первых возделываемых человеком. Такие они. Колосики. Маленькие такие. Зернышки мелкие. Но знаете что? Вы посмотрите, сколько ее, да? Достаточно она урожайная была. Один из первых видов, известных вообще человечеству. Такая вот пшеница компактная. У нее вообще нету кости никакой вот этой, да? Такие вот коротенькие, маленькие. Компактная, интересная очень пшеница. Так, тоже разновидность мягкой пшеницы, тоже она низкая. Смотрите, какой колос. Но ее тоже уже не возделывают, тоже такой древний вид, такой тоже не крупный колос. Ах, такая вот интересная так называемая польская пшеница тоже. Вот видите, какой колос. Все вот пшеница, да, смотрите, сколько разновидностей колосьев. Черный овес. Если увидите сейчас, вот у него черные, видите, семена. Тоже его сейчас не возделывают, такой древний. Шестирядный ячмень. Вот такие вот колосья у него. Шесть рядов. То есть, как бы, считается урожайным очень. Вот такое у меня поле из пшениц. Деленки здесь разные. Вот, надеюсь, что соберем мы урожай, потому что, ну, когда вот она в таком виде, и дожди, и сырость, конечно, это не очень хорошо, так скажем, да? Сейчас еще тучную вам покажу пшеницу. Тоже древний вид. Пшеница тучная. Сейчас много сортов уже такой пшеницы. Но видите, какие у нее толстые колосья прям. И зерна прям набитые такие, да. Вот он еще у меня черный ячмень. Созревает. Вот там будут черные. Вот они уже торчат. Ой, не ячмень, черный овес. Все. Ай, ну и кукуруза, конечно. Ух. Вот такие вот злаки.
Вот, а пока заходите, у нас огромное количество в ассортименте того, чего ни у кого больше нет, и сейчас с хорошей скидкой. Заходите к нам на сайт, покупайте наши семена. Как ветром колышет прям. Поле, русское поле. Сразу напевается песня, вспоминается. Спасибо, до свидания.